Уполномоченная по правам ребенка в регионе Татьяна Степанова написала заявление об увольнении по собственному желанию. С работой по защите прав ребенка Степанова успешно справлялась в течение нескольких лет. Причины своего ухода с должности и планы на дальнейшую работу пока не раскрываются. На уровне слухов остается и предположение о том, что место получит депутат областной думы от КПРФ Наталья Ковалева. Напомним, она занимала пост уполномоченного по правам ребенка в регионе с 2003 по 2010 год. Наталья Ковалева все слухи отрицает, уверенно отмечая, что эту должность ей не предложат. От своего желания баллотироваться в областную думу 6-го созыва коммунистка не отказывается.